Пилотный проект по посадке лесополос стартовал на территории Кашхабльского района при поддержке администрации района и Центра защиты леса. Всемирный фонд дикой природы высадил защитную лесную полосу. Лесополоса протяженностью 0,5 км была высажена вдоль трассы Дмитриевского сельского поселения и включает 4 ряда липы кавказской и клена явор. Это аборигенные виды, которые свойственны для данной местности. Пока что здесь находится 600 деревьев. Однако весной 2021 года в лесополосу будут досажены дикие плодовые деревья, такие как яблоня и груша. Одна из целей пилотного проекта – привлечь внимание общественности, бизнеса и власти к существующей проблеме утраченных лесов и показать примером, что реконструкция систем защитных лесонасаждений в зоне сельскохозяйственного использования возможна и вполне реальна. В целом, реализация проекта даст следующие результаты: адаптация к локальным климатическим изменениям, поддержка местных сообществ и создание экономической альтернативы природоразрушению видом пользования. Участие в высадке первой и единственной в современной Адыгее лесополосы принял глава района Заур Хамирзов. После высадки саженцев руководитель муниципалитета поблагодарил директора филиала Центра защиты леса Республики Адыгея за вклад в защиту экологии района. Также стороны договорились о продолжении реализации этого проекта в будущем.